пристройке к детскому саду номер 147 «Голубые дорожки» в Бежице уже можно пройтись по будущим помещениям. Здесь будет спальня, здесь игровая комната, а здесь проход к основному зданию. Продолжаются отделочные работы, параллельно на объекте прокладывают коммуникации и трубы теплотрассы. Пристройка стала строиться у нас в августе, 10 августа, и мы надеемся, что к Новому году жители Московского микрорайона, у которых есть маленькие дети, получат подарок нашего места в нашей пристройке, в нашем детском саду. В садик ходит 300 детей. Новые ясли откроют дополнительные 55 мест для малышей до 3 лет. Построились хоровод. Столько же детей примет новая пристройка для детсада номер 15 «Ягодка» в поселке Большое Полпино. Ясли также начали возводить в августе. Подрядчик уже выполнил все работы нулевого цикла строительства, готов фундамент и перекрытие над ним. Ведется кирпичная кладка по инженерным сетям, уже близки к завершению. Покладки тоже. Через день уже буквально перекрываем плиты перекрытия и крыша пойдет. Параллельно ведем благоустройство с другой стороны здания. Ну, пока срок, все по графикам. Садик построили в 2015 году. Рассчитан он на 75 детей, но ясельных групп здесь не было. Поселок разрастается, очень много многодетных семей, и детского сада мест в нашем детском саду не хватает, потому что в данный момент уже 130, уже детей много. Помимо ясельных пристроек, в Брянске продолжают возводить два детских сада на территории старого аэропорта. Один из них на 270 мест откроет свои двери уже в этом году. На 21-й год запланировано введение в строй еще одного детского сада по улице Строкина. Это тоже район старого аэропорта, тоже на 270 мест. И сегодня рассматривается предложение на строительство в 22-23 годах дошкольных образовательных учреждений. Новенькие ясли планируют сдать до конца этого года. А значит, первых маленьких посетителей здесь ждут уже с 1 января. Пока что здание будущей пристройки больше похоже на кирпичную коробку. Но уже к концу декабря внутри будут разноситься детские голоса и пахнуть манной кашей. Хороший подарок Новому году. Ольга Умарова, Владислав Пескунов. События Брянск.